И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games. И сегодня, ребятки, мы поиграем с вами в игру. Пройдемся по миру динозавров в игре Beast of Bermuda. Так, давайте поехали. Сразу выберем многопользовательская игра. Выберем какой-нибудь сервер, где мы с вами можем оценить все изобилие этой игры. Так, Тапкин Бермуда. О боже, Тапкин. Только не Тапкин. Нет, я в последнее время в него больше не играю. Так, Тигринум Софт Реализм. Вот это вот, в принципе, подходит. 54 игрока. Так, поехали. Поехали, посмотрим. Кстати, да, игрушка чем-то схожа The Isle. Вот, но игра пока еще находится на разработке, так что здесь пока еще есть множество багов, каких-то недоработок и ужасные-ужасные звуки. Блин, больше всего, что меня раздражает в этой игре, это, конечно же, звуки, не сама графика. Так, выбор класса. Ух ты, у нас тут есть 5 классов, хищники. Ну, давай посмотрим, велоцирапторы. Велоцирапторы. Какой симпатяшка. Ну, я, конечно, это нет, это не похоже на велоцираптора. Ютораптор, я так понимаю, это пока еще у нас недоступно. Акра. Да ладно. Тот самый Акра. Ужасный и могучий Акра. Ну, классно. Красавчик. Так. Ихтиовенатор. Ну-ка, подожди. А, да ладно, он... Вот, да ладно, этот динозавр полуводный, то есть он может даже задерживать дыхание, я так понимаю, да, в воде. Нет, ну это, конечно, классно. Мегалозавр. Ну, кто не знает мегалозавра? Наверное, самое такое могучее хищное существо, наверное, в юрском периоде. Ну, Тирекса он, конечно, не переплюнет. Ну и, конечно же, король всех хищников – это тираннозавр, да. Ну, видок у него, конечно, здесь не очень, если сравнивать The Isle. Так, хищники травоядные, ладно, понятно. Что у нас по травоядным? Апатозавр. Это, по-моему, это мне напоминает милого Диппи, милый диплодок или что-то в этом роде. Слушай, как у него классно сделаны рожки, да, на спине. Так, ну, всем известный парик. В The Isle я множество раз играл им и множество раз убивал таких же себе подобных. Ну, правда, когда играл за хищников, пахилофазавр, пахи. Так, ну-ка, 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 вся красота его. Слушай, а почему у него открыт так интересно рот? Блин, капец, меня это прям... О боже, так, Ариктодермус, это у нас закрытый пока динозавр, лордозавр, тоже интересный такой динозаврик, миленький. Слушай, я надеюсь, что они вырастают большими и сильными. Конечно, я не могу пока тебе сказать по поводу того, кто из них сильнее, блин. Так, какова сила их удара? Морские. Морские у нас здесь три вида, по-моему. Мозазавры. Ламозавры. Слушай, это, по-моему, напоминает лохнесское чем-то чудовище, наверное. Это, наверное, один из его предков, я думаю, какой-нибудь там дедушка в 10-м поколении, кранозавр. Вот это вот, наверное, на то время, наверное, самое могучее водный динозавр. Так, ну из летунов, конечно, у нас здесь птернодон. И вот что самое, я тебе могу сказать, птернодон, мне очень не хватает их в The Isle. Вот, поэтому я, наверное, сейчас начну сразу за них играть. Так, выбор пола мужской. А, это случайный выбор. Женский, феромоны. Ну, кстати, да, есть еще графа яйца. Это, в принципе, если на серваке есть гнезда, то, в принципе, можно попроситься в гнездо и сразу загнездиться. Но я этого не буду делать. Я сразу начну за летуна. И, кстати, есть интересная схема окраски. То есть, либо ты можешь сам подобрать здесь
либо выбрать уже какой-то окрас, уже готовый скин себе. Так, ну мне больше, конечно, вот этот вот понравился. Так, поехали, давай начнем. Я надеюсь, у нас с погодой здесь сейчас будет все хорошо. Не будет никаких ураганов. Блин, было бы классно, если бы в The Isle тоже бы внесли погодные условия. Ураганы, блин, наводнения. Ну и что ж, первый полет, он удачен. Мы летим, о боже. Вот здесь очень такие... Ух ты, и посмотри-ка, у нас, по-моему, милый Рексик здесь ходит сразу же. Я, конечно, боюсь, знакомиться с ним. Два Рексика. Да, это два Рексика у нас ходит. Слушай, давайте полетаем над ними, посмотрим на них. Слушай, ну, они милашки. Слушай, а зачем они идут в пещеру? У них там гнездо или что они там хотят? Что они там хотят сделать, обустроиться? Блин, мне, конечно, сейчас немножко стрёмно. Давайте покричим им маленько. Давайте поприветствуем, так сказать, да? Я надеюсь, мне не будет это стоить жизни. Смотри, как они аккуратно спускаются по камням, блин. Такс. Мне надо, наверное, покушать бы что-нибудь не мешало, но я думаю, пока не надо, ладно. Так. Слушай, если спикировать над ними... Нет, по-моему, нет. Они не хотят на меня охотиться. Ну ладно. Давайте пролетим просто дальше. Если что, мы можем вернуться к ним и посмотреть на них. Я не знаю, конечно, как это... Как будет выглядеть то, если мы попросимся к ним в пати просто. Ребята, давайте я просто буду летать с вами рядом. Так. Блин, ты посмотри, какой огромный остров. Ты, кстати говоря, видишь сейчас всего лишь маленькую такую частичку всего того, что вообще есть на этой карте. Блин. Карта, конечно, огромная. И вот эти вот все острова, они раскиданы на много, наверное, километровые. Ну, по моему мнению, я говорю только от себя. Блин, они раскиданы очень на большие, многокилометровые здесь расстояния. То есть, блин. Кстати говоря, можно поискать. Так, кстати, водичка. Водичка есть у нас? Да, у нас, по-моему, есть водичка. Можно. Кстати говоря, я пока еще неопытный пилот, неопытный ас своего дела. Поэтому мне постоянно не везет на хорошие приземления. Поэтому, если сейчас будут переломанные кости, то, ребят, извиняйте меня. Так, ну я попробую, конечно. Подожди, стой аккуратно. Самое главное замедлиться. Так, 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 тихо. Стой. Стой, стой, стой. И да, конечно же, переломанная лапа. Переломанная лапа, переломанная кость, травма 12%. Блин. Так, погоди, мне надо быстро попить, сбегать. Боже, птернадон. Давай. Удачное приземление. У тебя должно... Давай воду. Во, отлично. Вот, смотри-ка. Да, вот хорошо сейчас получилось. Я, кстати, я не в воду приземлился. Я приземлился здесь, на краешек этого побережья, этого озера. Или... Да, это, наверное, какие-то болота, скорее всего, реки. Что-то в этом роде. Так, ну я, в принципе, досыта напился. Так, перелом травы у меня восстанавливается. Отлично. Можно пролететь. Нет, ну окрас, конечно, окрас у него шикарный. Я ничего по этому поводу не могу сказать. Слушай, я знаю, как добиться того, чтобы у меня было идеальное приземление. Надо немножко скинуть скорость. Смотри, немножко спланировать, да? А потом вот так вот аккуратно приземляться. Да, все, я понял. Так, ладно, давай наберем высоту. Может быть, кстати, даже удастся сейчас, я не знаю, прибиться в какую-нибудь стаю таких же мне подобных птеранодонов. Ну-ка, 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 подожди.
Нет, ну здесь, по-моему, никого нету. Я думаю, знаешь, что надо, наверное, птернадонов где-нибудь искать на каких-нибудь вершинах больших гор, скал или ну что-то в этом роде каких-то ущелий. Я думаю, вот на той скале, возможно, у нас будет компания, которую мы сможем найти. Так, ну а тем не менее, мне надо, наверное, поискать какую-нибудь пищу, пока я лечу. Я не буду тратить время. Так, а кстати говоря, у нас же есть очки. Сейчас, подожди, мы можем прокачать нашего птернадона, и, конечно же, я сразу прокачаю от всех погодных условий, от самых страшных, которых здесь могут быть. Так, уменьшает скорость истощения запаса воздуха. Давай тоже это прокачаем. А вот это у нас позволяет продержаться без пищи дольше. Ну, нет. Дополнительно увеличивает значение комфорта на все время. Да, вот это вот хорошее будет. Я думаю, хороший скилл, да, наверное, как там правильно называется. Так, давайте слетаем вот к этой горе. Я думаю, мне подобные мои собратья должны там быть. Так, подожди. По-моему, я никого не вижу. Неужто я здесь сегодня один птера? Нет, такого не может быть. Здесь множество птер. Здесь множество птер. Может быть, конечно, сверху можно будет разглядеть где-нибудь. Так, травма 7,3, комфорт 51. Блин, почему у тебя комфорт такой маленький? Давайте покричим, может, кого-нибудь призовем, я не знаю. Мне показалось, как будто вон там на горизонте птера пролетела. Да, наверное, мне показалось. Так, давайте прямо на самую вершину попробуем взлететь. Блин, у меня стамина, конечно, заканчивается. О, кстати, пещера. Вот здесь идеально будет прятаться от, блин, каких-нибудь ураганов или еще что-то. Подожди. По-моему, я слышал птер. Да, кстати. Я здесь не один, и, похоже, нас здесь много. Да, смотри-ка. А здесь есть небольшая стайка птернодонов. Так, давайте покушаем. Блин, погоди, они меня атакуют? Нет, меня не атакуют, все хорошо. Так, я такой же подобный, как и вы. Блин, у них обалденный окрас. Это только посмотри, какие они. Блин, это обалдеть. Кстати, вообще, по идее, птеры здесь, они должны быть дружественными. То есть не так, как, допустим, в The Isle тебя твои же сородичи просто, ну просто ради удовольствия убьют. Кстати, я не знаю, можно, наверное, потусить с ними в компании, либо... Блин, они меня прогоняют. Да ладно, я же такой же, как и вы, боже. Не надо меня прогонять, пожалуйста. Да я же такой же, как и вы, ребята. Блин, мне кажется, я им не понравился. Мне кажется, я им не понравился, и, короче, я отсюда буду улетать. Я вас понял, ладно. Ну, можно я просто потусуюсь вот здесь на краешке, пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне потусить хотя бы немножко. Я, кстати, хотел рассмотреть, интересно, вот те кристаллы, что, мне кажется, они дают какие-то дополнительные, наверное, дополнительные поинты, и мне кажется, пора сливаться. Отсюда я кому-то уже не нравлюсь. Я понял, я уже кому-то не понравился. Так, и я просто ухожу отсюда. Боже. Блин, как это крипово. А, подожди-ка. А, нет, мне показалось, что как будто они мне нанесли урон. Но, видимо, нет. Ну что ж, я запомню, пожалуй-ка, вот эту скалу и вот это место.
Блин, слушай, давай попробуем их раззадорить, чтобы до такой степени, чтобы они на меня все вместе накинулись. Да, я такая злюка, что с этим сделаешь? Сейчас, подожди, я это сделаю. Я их просто доведу. Я их сейчас доведу, подожди. Возвращение. Новое возвращение. Или подожди, они... А, нет, вот они. Ай, не надо меня кусать, пожалуйста. Давайте их раздразним, давайте. Блин. Боже, ты был таким милым. О, нет, нет. Так, ладно, давайте посмотрим, кто у нас еще есть. Травоядные. Апатозавры. Ну, блин, мне кажется, они будут очень медленными. Паразаврики. Паразаврики. Давайте за хищников, ребят. А, давайте акро. Вот, акро. Ну, конечно же, акроконтозавр. Так. Посмотрим, что у нас по окрасу. О, вот это вот мне, кстати, очень нравится. Он напоминает такого, знаете, далматинца. Чем-то похож. И, кстати, у нас здесь уже неподалеку кусок мяса, который мы можем отведать и набить маленький желудочек нашего акрика. Мне интересно, мне выдастся с кем-нибудь сейчас встретиться, собраться, не знаю, в пару, в какую-нибудь группу, или, блин, мне придется опять сражаться. Я не понимаю, почему я не понравился тем милым птерам. Ведь я не хотел же им навредить или что-то еще сделать, блин. Так, подожди. Ага. Кстати, я кого-то где-то слышу, и это что-то, наверное, очень большое. Ох, он ужасен, ты только послушай его крики. О, боже. Он величествен, он просто красавец, он прекрасен. Так, ну я, конечно, не смог почему-то разобрать, где, откуда шли крики, но мне кажется, вот где-то за той горой. Так, стой, 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 нет, нет, нет. Подожди. В принципе, наверное, можно попробовать сбегать за ту гору. Насколько уйдет на это время, блин. А, ну у меня же есть очки, подожди. А, так, увеличивает скорость плавания, не то. Защиту от отбрасывания, блин, боже, как тут можно прокачать динозавра? Это просто капец. Конечно, в Зале ты этого всего не сделаешь. Ну, там, в принципе, поинты не нужны. Блин, ну и громыхает он, конечно, как будто, знаешь, представляется, едет товарный поезд где-то рядом. Такое чувство. Так, ну я здесь же не один. О, подожди, у нас где-то компания. У нас, по-моему, кто-то где-то тут нарисовался, прям рядышком. Неужто он на холме? Подожди. Кстати, знаешь, что мне нравится? То, что он может здесь спать, блин. И он так мило храпит, ты только послушай, как это он делает. Смотри. Меня это немножко убивает. Так, подожди. Давай заберемся на этот холм, посмотрим. Можно было бы, конечно, отправиться к какому-нибудь озеру, но где их здесь найти? Там
Сплошные океаны. Мне кажется, за морских здесь, наверное, вообще никто не играет, и смысла я не вижу в них. Нет, смысл у них есть, знаешь, когда? Когда наступают наводнения, и можно, короче говоря, когда разливается вода, затапливает берега, можно зажать какого-нибудь хищника или травоядного в ловушку. Слушай, а если я вот это съем, мне даст это какие-то поинты? Нет, по-моему, это не дает ни, ни абсолютно никакого поинта. Ну что же, увию! Как-то так. Так, давайте попробуем еще какого-нибудь динозавра. Конечно, за летунов мне понравилось. Так, морские. Так, интересно, попробовать, может быть, кому-нибудь попроситься в гнездо. Я не знаю, может быть, мне повезет. Да, и мне повезло. Я в гнезде. И слушай, я, по-моему, в гнезде у тех предателей, которые убили, блин, меня. Да, это те, по-моему, самые птеры. Посмотри. Пол загадочный. Интересно, сколько мне расти. Так, я сытый. Комфорт, кровотечение, очки. Ох, рост 0,06. Это же так долго. Боже, я... Я этого не вытерплю. Я просто этого не вытерплю. Да, сейчас вот знаешь, что вырваться из этого яйца, вылупиться и просто надавать им сразу всем по щам. За то, что они сделали со мной в самом начале. Слушай, меня их топот раздражает. Меня раздражает их топот. Можно пока вот так вот понаблюдать. Да, вот этого вот синего я видел именно в этой пещере. Они тут что растят-то, ё-моё? Стадо хищных птернодонов, которые потом будут убивать всех подряд. Погоди, он там, по-моему, маленького птернодона держал? Да ладно, в зубах, в своем клюве. Прикольно. А вот наша мама. Слушай, он постоянно, когда прыгает, вот тот птернодон, когда он спускается на землю, он постоянно ломает себе, мне кажется, звук такой идет, как будто он постоянно ломается с приземлением себе кости. Я не знаю, так это или нет. Слушай, подожди, вас. Да ладно, подожди, стой, 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 стой. Зачем он его зажал в зубах? В клюве. А, да ладно, он его поместил. Вон оно что. Да ладно. Слушай, а мне кажется, что это каннибалы. Это гнездо птеранодонов, каннибалов. Они выращивают здесь просто, а потом зовут в гнездо тебя, а потом просто убивают, едят. Возможно это? Блин, это возможно. И мне уже, честно говоря, становится стрёмно. Нет, ну, подожди, нет, вот малой бегает. Блин, а чьи же это тогда кости? Нет, мне кажется, это ихняя семья. Нет? Блин, это, наверное, все те, кто зарождался. Ну, слушай, мне становится стрёмно, я, наверное, вообще выхожу отсюда, короче говоря, подожди. Блин, нет. Мне это не нужно, нет. Я боюсь оставаться в такой семье. Так, морские хищники. Травоядные. Давайте за милого паразавра начнем. Милый паразаврик. Блин, забыл выбрать скин. Блин, да ладно, таким огромным сразу начали. Или он просто таким кажется маленьким? Боже.
Показалось, как будто было эхо, когда он крикнул. Да, наверное, мне скорее всего показалось. Блин, конечно, да, друзья, карта здесь очень огромная, блин. И чтобы найти, наверное, какого-нибудь противника или найти себе команду, это, конечно, потребуется большое количество времени, хотя передвижение динозавров здесь, в Бермуде, я заметил, они очень быстро передвигаются. Так что это очень хороший, огромный плюс. Кстати говоря, по-моему, они здесь очень хорошо плавают, но паразавр, мне кажется, он вообще не умеет плавать. Он постоянно, смотри, он, да, он идет ко дну постоянно, блин. Нет, это не твое дело. Это не твое дело, наверное, твое дело чисто передвигаться по суше. Он больше всего похож на какую-то собачку. О, да ладно, ты еще даже умеешь прыгать. Классно. Слушай, за хищника я знаю, вынюхивать различные вкусняшки. Это кусочек мяса. Интересно, какие растения он может кушать? Я думаю, наверное, вот это он сможет съесть. Ух ты! А, подожди, то есть я, когда ем вот эти вот растения, они мне дают дополнительные поинты, что ли? Да, дополнительный поинт у меня был. Вернее, стал. Ну-ка, подожди. Ну, а какие растения ты можешь кушать? Дружище. Блин. Нет, она, зараза, конечно, интересная. Она интересная, но надо будет подольше времени посидеть и поиграть в нее. Чтобы, так сказать, набраться всего того, что уже умеют опытные, наверное, пользователи и игроки в Бермуде. Я думаю, да. Ладно, ребятки, кому понравилась серия, ставьте пальчик вверх, обязательно подпишитесь на канал, на группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, все ссылочки в описании под этим видео. Это была первая серия Beast of Bermuda, ребятки. Я только пробовал. Пока-пока, друзья, пока.